За этот час вечерний, в который мы свободно и спокойно можем собраться здесь, в доме молитвы, для того, чтобы иметь общение с Господом и друг с другом. И мы обратимся к тому, кто обещал быть с нами, кто приготовил для нас сегодня стол духовный. Попросим его благословения, помолимся. Наш Небесный Отец, слава и хвала Тебе за Твою любовь, за милость, за Твое долготерпение к нам, за этот день воскресный, в котором мы могли вспоминать Твой приход на эту землю, Твои страдания, Твою смерть и также воскресение Твое, победу Твою над адом и смертью. Мы благодарны Тебе, Господь наш, за то, что мы дети Твои, за то, что имеем это право обращаться к Тебе, Ава, Отче, слава Тебе за это. Мы благодарны Тебе за то, что Ты собрал нас здесь, сегодня, в этом доме молитвы. Благодарны Тебе за то, что Ты приготовил Слово Твое, стол духовный, для того, чтобы напитать наши души. Мы молимся Тебе, чтобы Ты благословил тех братьев, которые будут возвещать Слово Твое, исполни силою свыше. Господи, благослови всех нас, слушающих. Сердца наши сделай способными принять Слово Твое. Посети каждое сердце, Господь, милостью Своею, утешением Своим, ободрением Своим, Господи. Молимся этого имя Твое. Молимся Тебе о тех, Господи, кто не смог сегодня прийти в дом молитвы. Посети их там, где они находятся, Своей милостью и благодатью Своею. Мы также просим Тебя, Господь, за детей Твоих, которые не могут так просто собираться, как мы сегодня, которые претерпевают лишения, претерпевают гонения за имя Твое, за то, что они любят Тебя. Господь, Ты сам посети таковых своим утешением и ободрением. Просим все это во имя Твое. Прими вот эту жертву вечернюю в этот час и прославься через это служение, наш Бог Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.
Господа. У нас сегодня брат Олег Трищенко с Украины. Он поучаствует в слове, призовет нас к молитве. Братья и сестры, мир вам. Действительно, мы читаем в Слове Божьем. Господь говорит, что как пути, как небо выше земли, так пути Господни, не выше путей человеческих. И коротко просто, не к теме проповеди. Лет 6 назад я был где-то в Айове, у меня вообще не было возможности слушать Слово Божье и присутствовать на собрании. И я искал церковь, которую можно смотреть. И Господь тоже среди множества нашел вашу церковь. И смотрел служение с вами на протяжении там, долгого периода времени. И был здесь, только по ту сторону экрана. И вот как-то Господь чудно может устроить, что дать возможность мне, я вот сегодня здесь у вас стою. И ну, для меня это немыслимо просто. Тема, которую я хотел бы предложить, чтобы мы перед молитвой посмотрели с вами, написано в Евангелии Луки, 17 глава, слова Иисуса Христа. И вот Он говорит, «Наблюдайте за собою». 17 глава, 3 стих. «Наблюдайте за собою. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». И долгий период времени в моей жизни я читаю этот текст, а потом еще и на практике, когда пришлось столкнуться, когда брат не говорит «каюсь». Брат не говорит «каюсь». И больше того, он, когда ты пытаешься наладить с ним отношения, он еще больше ожесточается против тебя. Он не говорит «каюсь». Нужно ли прощать, когда брат не говорит «каюсь»? Или, как в Коринфянам написано, что лучше вам оставаться обиженными. Имеем ли мы право, есть ли момент в нашей жизни, когда мы можем себе позволить и утвердительно сказать, с этого момента я могу себе с чистой совестью сказать, я имею право обижаться, я имею право огорчиться, я имею право в сердце своем вот, успокоить себя, и ничего страшного, что у меня это обида. И я хотел бы этот вопрос, чтобы он нашел через всю проповедь, и на примере некоторых библейских героев, очень простые примеры, всем известны с воскресной школы, чтобы мы посмотрели, как это в их жизни произошло и к чему привело огорчение, и какие последствия у них это вызвало. Первая история – это написано «Бытие», история первых верующих людей, история Каина и Авеля, история человека по имени Каин, о котором написано, когда родила его Ева, она сказала, «Я приобрела человека от Господа». Об Авеле не сказано, что он человек от Господа. Каин был особенным человеком, который первый из всех живущих на земле хотел как-то угодить Богу, принести Господу жертву, быть, ну, что-то особенное для Господа сделать. И Господь не презрел на него, не презрел на его жертву. И мы видим Бытие, 4 главе, 5 стих, я не буду эту всю историю читать, Господь написано, «А на Каина и на дар его не презрел. И Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя, но ты господствуй над ним». И вот мы видим, что если мы станем на позицию Каина, его можно отчасти понять. Ну как так? Я первый, кто хотел угодить Господу. Этот брат младший, он просто за мной повторить хотел. И почему-то здесь оказалось, что дар одного принят, а дар другого не принят. И Господь говорит этому Каину, «Отчего лицо твое поникло?» Он увидел, я для себя короткий вывод делаю, Каин увидел успех другого и не умел порадоваться за него. Он не умел себя проанализировать. И еще что он допустил очень страшное сделать. Помните, он допустил вложить сатане мысль.
носить эту обиду. Помните, на вечере перед распятием Иисус Христос спрашивает у Иуды, для чего ты допустил сатане вложить мысль в сердце? Это Петр сказал, она не Сафире, извините, об Иуде написано, что на вечере сатана уже вложил мысли. И вот мы видим, что эта обида, это огорчение Каина было следствием того, что он умолчал это все, лицо его поникло, глаза опустились, и написано, он восстал на брата и убил его. К чему приводит маленькое огорчение? К чему приводит то, что человек в себе носил? Не становимся ли мы теми людьми, когда мы, наша очередь петь вторым, и кто-то спел лучше, чем я? Не восстаем ли мы на брата, когда мы сидим и локтем? Это обычная практическая жизнь наша, когда мы локтем подтолкнули соседа и сказали, ну, ты же слышал, как он только что вот там не ту ноту взял, а ты слышал, как он не вовремя вступил, не вовремя закончил? Не встаем ли мы, вот, не пускаем ли мы эту каинову природу, маленькую частичку ее, а начинается все с очень маленького, когда мы вот как бы, когда мы просто не умеем радоваться за успех ближнего, когда мы не можем искренне радоваться, когда кто-то от всего сердца прославил Господа. Вот он мог бы порадоваться, что презрел на брат, на дар Авеля, мог за него порадоваться, но нет, он не умел радоваться успеху другого, затаил обиду и восстал на брата своего. Еще одну историю хочу прочитать. Это история Давида и Саула, записана в первой книге Царств, 18 глава, 8 стих. И здесь в этой истории мы видим, что произошло между Саулом и Давидом. Когда была одержана огромная победа над филистимлянами. Здесь мы читаем «Зависть Саула». 7 стих, 18 главы. «И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства». Он увидел успех ближнего. Он увидел, как его восхваляют. И он допустил себе в сердце ту горькую зависть. И дальше мы видим, он говорит, ему уже и царства не достает. И он уже как бы наперед увидел его царем. И что породило вот это маленькое огорчение в Сауле? Помните, в разговоре его с сынами Вениаминовыми, которые преследовали вместе с ним Давида, он говорит, здесь в 22 главе, он говорит, «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели вам сын Иессея даст поля, виноградники, и всех вас поставит тысячи начальниками, сотниками, что вы все сговорились против меня? Никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, никто из вас не пожалел обо мне». Вот чувство этой обиды, горечи, этой зависти, которую упустил этот человек, видя успех другого, привело к тому, что он начал подозревать всех в заговоре. Он начал видеть, что даже священники, которых он повелел поразить мечом, что они тоже в заговоре. Он начал говорить даже тем сынам Вениаминовым, которые вместе с ним гонялись за Давидом, «Вы обо мне не пожалели». Он искал, чтобы какой-то жалости, какого-то сочувствия к себе. О чем это нам сегодня говорит? Когда мы видим какие-то напряжения или еще что-то, и тоже сидим и начинаем искать единомышленников, рассказывая свою плачевную историю только с одной стороны, и ищем, чтобы нас пожалели, чтобы нас как-то поняли. И вот мы видим, что когда Саул это все пустил и три раза хотел убить Давида, и у него это не получалось, потому что Господь хранил. Но как Давид ему отвечал? В 18 главе меня просто поражает этот текст. Здесь написано, в 24 главе, 12 стих, здесь разговор Давида и Саула после очередного того, что Давид не поразил его.
«Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между тобою и мною, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Давид мог ответить, несмотря на то, что он очень сильно, Саул очень сильно преследовал и обижал его. Вот он говорит: «Моя рука не будет на тебе. В руке моей, знай, в моей руке нету коварства. Могу ли я сегодня пожать каждому руку в церкви и пожимаю эту руку? Что в моей руке? С лестью я ли смотрю в глаза ближнему? С коварством? С разговорами об этом ближнем за спиной его? С чем я пожимаю эту руку?» И вот Давид искренне говорил: «Саул, знай, в моей руке нету коварства, в моей руке лести нету. Пусть Господь рассудит между тобой и мною». Я один раз там у нас в церкви так общаюсь с одним человеком, и он говорит так: «Разве я не знаю, что вы обо мне все думаете? Разве я не знаю, что вы обо мне там все говорите? Я все знаю, я все вижу». Я говорю: «Ну ты же мысли не читаешь. Ты же не знаешь, почему этот человек с тобой не поздоровался, когда мимо прошел». У меня даже ситуация была, когда я мимо мамы проехал на велосипеде, она вот так стояла, ну, лицом к лицу, я ее не заметил. Не потому, что я не уважаю ее, не люблю ее, еще что-то, хотел обидеть ее. И вот этот человек, он на всех очень сильно обижается, потому что ему что-то кажется, потому что он что-то видит. И лукавый очень сильно ловит нас на том, что мы увидели кого-то с не таким лицом, как нам хотелось увидеть. И у Саула, что произошло с Саулом в этой истории? Он позавидовал. Дальше у него пошло, что он начал преследовать того человека. И он искал себе жалости у других. Он вовлек в эту ситуацию конфликтную других людей. И еще искал к себе жалости. И самое, что мне неприятно в этой ситуации, что он постоянно всех подозревал. И в Тимофею мы видим, что в Тимофею где-то написано, что лукавые подозрения между людьми поврежденного ума и чуждыми истины. Вот когда нет этих общений с Богом, когда есть вот эта какая-то горечь, какая-то неприязнь, какие-то обиды на кого-то, огорчения, то в что они выливаются? В лукавые подозрения, когда нет искренности. Еще один пример я хочу прочитать. Это написано книга Иова, 19 глава. Все-таки, возвращаясь к первому вопросу, что делать, если брат не говорит «каюсь»? Прощать ему или не прощать? И вот на примере Иова, вот он говорит: «Я кричу, обида», 19 глава, с 2 стиха. «Доколе будете душу мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже 10 раз вы срамили меня, и не стыдитесь стеснить меня. Если я действительно погрешил, то погрешность моя при мне останется. Если же вы хотите возвыситься надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня сетью. Вот я кричу обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда». Что делать, когда брат не кается? Что делать, когда ты кричишь обида, и никому до этого дела нету? Что делать, когда ты ищешь суда, ищешь справедливости, и всем, как у вас говорят, don't care, никому нету дела до этого. И ситуация Иова: пришли эти единственные друзья. Вот он говорит, если бы вы посидели и просто помолчали. Но он говорит: вы 10 раз не стыдитесь терзать своими речами душу мою. Почему совести у вас нету? И вот есть ситуации, когда мы видим на примере Иова, он кричит обида, и никому дела нету. Больше того, эти утешители жалкие, мы читаем, что они очень по-баптистски нашли подход к Иову.
Они говорят, не нечестивым ли погибель? Кого они имели в виду нечестивым? Естественно, Иова. Они обзывали его нечестивым, лукавым, лжецом. Они говорили, что ты сирот притеснял и вдов притеснял. Они возводили на него то, чего он не делал никогда. И вот он говорит, я кричу обидой, никому дела нету. Вот что делать, когда у нас, казалось бы, с нашей стороны, очень-очень редко, возможно, бывают ситуации, когда вы полностью правы, и никому дела до этого нету. Что делать? Давид говорит, что вы каждый день извращаете слова мои. Вот эти друзья, они искали уловить его в слове. И я скажу вам больше того, что у нас, наверное, и должно быть по жизни вот таких три друга. Вилдад, Сафар и Элифаз. А чаще мы стоим Вилдадом, Сафаром и Элифазом, когда мы хотим кого-то очень сильно поддержать. И просто речами своими мы терзаем человека. Не думая, что какие переживания он проходит в своей жизни. Помните народ израильский, отношение народа израильского и Моисея? И в Псалме написано, что они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Оказывается, даже такого человека, кратчайшего на земле, его тоже можно было огорчить. Когда мы не следим за своим языком, вот мы можем думать, что иногда пастору мы можем сказать все, что мы думаем, в лицо. Зато не слукавили, зато выпалили все, вылили или ближнему, или другу своему. И вот написано, что был момент, когда уже и народ этот, о котором он Богу говорил, разве я в чреве носил их? И вот этот народ его просто достал. И вот он погрешил устами своими, они толкнули его. Знаете, есть статья в Уголовном кодексе «Доведение до самоубийства». Вот можно человека так довести, независимо, какой он твердый, правильный и духовно сильный. Но я просто хотел показать, что даже самого сильного, казалось бы, можно обидеть. Почему? Потому что, знаете, ну нас там говорят, ну, на обиженных балконы падают, воду возят, там еще что-то. Ну, обиженный, как бы пренебрежительно. Но даже, оказывается, самого сильного человека, его тоже можно обидеть. И то, что мы кого-то обидим, не думали мы, что мы на грех его толкнем? Вот. Иов, Моисей погрешил устами своими. Я возвращаюсь опять к этому вопросу. Что делать, когда я кричу обида, и никому нету дела? Что делать, когда брат не говорит «каюсь»? И, наверное, кто-то сейчас, сидя, анализируя, думает, ну, Давид, он совершенно ничем не был виноват перед Саулом. Что Давид Саулу плохого сделал? Ничего. Что сделал Иов своим друзьям плохого? Ничего. Был ли он виновен перед друзьями? Не был. Моисей был виновен перед народом? Не был. А теперь у меня вопрос. Что делать, когда брат не говорит «каюсь», не признает вину? Народ признал вину? Не признал. Друзья Иова признали вину? Не признали. Саул признал вину? Признал притворно. Значит, есть полное право носить обиду. И братья тут подумали, зачем мы предложили проповедовать незнакомому человеку. Друзья, братья, сестры, даже когда мы говорим, что в конфликте виноваты две стороны, это не всегда правильное утверждение. Есть обидчик, есть обижаемый. Но что сделали эти мужи? Мужи веры, которые жили по новозаветним принципам. Что они сделали? Они исполнили слово Иисуса Христа. Иисус Христос что говорил? А я говорю вам, молитесь за обижающих вас.
благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас. Они жили по новозаветным принципам. И вот мы сегодня вспоминали вечерю Иисуса, вспоминали страдания Иисуса Христа, была вечеря. И вы представляете, Иисус Христос простил нас, когда у Него прощения никто не просил. И Он простил не тогда, когда Ему было легко и хорошо. Когда Его плевали, провоцировали, угрожали, издевались, когда гвозди были придержали ко Христу. И в этот момент Он прощает. Не тогда, когда брат подходит к Нему и говорит: «Прости, я был виновен». Он прощает в самый-самый критический момент. И от этого прощения зависит наша жизнь. Сегодня мы живы благодаря этому. Благодаря тому, что на кресте мы получили эту свободу и победу. И сегодня мы участвовали в вечере Господней. Были причастниками к телу и крови Господней. Но стали ли мы причастниками к чувствованиям Христом, как написано, у нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Если во мне эта сила прощать, прошу ли я у Христа того же, что, у него, что Он делал? Если у меня эта сила прощать врагов, благословлять, у Христа есть. Если мы размышляли о теле Господнем, если мы стали причастниками, участвовали в этом, мы должны, у нас должны быть вырабатываться чувствования, те, которые во Христе. А чувствования, те, которые во Христе, если бы не было прощения, никого бы здесь не было. И вот, вот эти мужи, написано, Иов помолился за друзей своих. Давид сказал: «Знай, Господь пусть рассудит между мной и тобой, но в моей руке нету коварства, моя рука чистая». В Коринфянах апостол Павел говорит: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Это принцип Нового Завета, принцип учения, которое, когда люди слышали его, они говорили: «Какие странные слова! Кто может слышать это?» Но это не странные слова, это слова для одних запах живительный на жизнь, а для других смертоносный. В этих словах суть, дух и жизнь, в словах Христа. И на страницах Писания мы имеем этот образец, как мы можем подражать Ему. Пусть Господь благословит нас действительно. Вот у меня, я еще свой же пример сказать надо. У меня был период не так давно, где очень сильный такой недопонимание, у меня очень сильное огорчение и обида была. Я буквально 2 месяца, у меня и сердце болело, и спать не мог. И вот мне Господь просто указал на этот стих. А я говорю вам: молитесь за обижающих вас. Вот когда я стал через себя, не хотевший, без желания молиться за этих людей, за моих друзей, когда Господь сломил меня и смирил, дал силу прощать тем, кто не прав, и тем, кто не просит прощения, тогда полная победа. И тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Христу, к Его чувствованиям. Пусть Господь благословит нас, мы будем молиться. Аминь. Thank you.
Хочу спеть песню, которая мне очень нравится. Она мне нравится не только потому, что у нее мелодия красивая, хорошие слова со смыслом, но потому что эта песня, она вдохновляет меня размышлять о быстроте жизни нашей. Она вдохновляет меня ценить каждым днем, который Бог дает. Я понимаю, что детки, которые сидят здесь впереди, молодежь, у них свое понимание, свои мысли о жизни по-своему смотрит на жизнь. Когда-то я, когда был маленьким мальчиком, я тоже думал, что у меня все впереди. Вы знаете, это правда. Но это все, оно пройдет очень и очень быстро. 10 сентября я прилетел сюда, к вам, в гости, можно сказать, в Америку. И, вы знаете, я думал, два месяца, так долго мне здесь быть. Они пролетели очень быстро, этих два месяца. И завтра я уже улетаю домой. Пролетели дни, как одно мгновение. Может быть, кто-то вспомнит завтра обо мне. Помолитесь, чтобы Господь благословил мой перелет и там дальнейшее служение в Украине. Кто-то сказал так. Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят, как недели. Наша жизнь пройдет, и умереть мы можем в любой миг. Но главное – успеть. Успеть примириться с Богом, приобрести этот мир с Богом через покаяние и веру в Иисуса Христа. Не опоздай склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня, из праха взятая, вернется снова в прах. И сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей. Осенние падают листья, так и года наши быстро уходят, нам оставляя пройденном вести, к вечности быстро летят наши годы. Годы земные вас мало осталось, вы как мгновенья быстро летите.
хотите. Милое детство вчера лишь смеялось. О, наши годы, зачем вы спешите? Словно корабль, что отправится вскоре, жизнь скоротечная быстро проходит. Тихое море, бурное море, так нашей жизни бегущие годы. Годы земные вас мало осталось. Вы, как мгновенья, быстро летите. Милое детство вчера лишь смеялось. О, наши годы, зачем вы спешите? На жизнь и на смерть Божья воля. Каждый приходит на землю лишь гостем. Сколько испытано скорби и горя, нас вечность зовет перекинутый мостик. Годы земные вас мало осталось. Вы, как мгновенья, быстро летите. Милое детство вчера лишь смеялось. О, наши годы, зачем вы спешите? Годы земные вас мало осталось. Вы, как мгновенья, быстро летите. Милое детство вчера лишь смеялось. О, наши годы, зачем вы спешите? О, наши годы, зачем вы спешите? Thank you.
братья и сестры. Я очень благодарен, что в нашей церкви есть возможность ездить по разным церквям, в разных регионах, стран и проповедовать людям Слово Божие. Мы с группой, это не все, но у нас было 15 людей, мы ездили в Мексику, там пастор Карлос. Мы к нему ездили в церковь, и там посещали его церковь, там еще одну церковь посещали в городе Энсенара, работали с детьми, делали мы один лагерь и посещали 3 детских домов. Я хочу, чтобы вы представили себе одну историю мужика, с которым я беседовал. Мужчина, дядя. Я извиняюсь, но представьте себе, что вы живете жизнью, и потом... мне это очень трудно, я извиняюсь. Представьте, что вам кто-то подал бутылку, и вы начали пить. И после этого вы начали курить, и потом наркотики у вас пошли, потом проблемы в семье, потом... Вас выгоняет жена из дому, не разрешает разговаривать с детьми. И вы на улице свою жизнь потом проводите. И вам надо потом на работу пойти, да? So, вы идете в компанию, которая deep sea diving, как это по-русски. Нырять очень глубоко и на рыбалку так, одевать на себя такие жилеты и все такое, и нырять. И потом в один день какой-то октопус на вас напал, и вы почти там померли. Потом вам это не понравилось, и вы пошли на вторую работу. И да, короче, вы пошли на другую работу, и там вы пошли работать на мафию. И мафия вам говорит, чтобы ты пошел и то делать, и то, и то, и то, и потом у тебя такой выбор, чтобы убить кого-то. И потом и вот этот человек, я с ним разговаривал, он мне объяснял, говорит, я стою там и смотрю на этого человека, которого я должен убить. И говорит, у меня в этот момент все перевернулось. Говорит, они или сейчас меня убьют, или мне этого человека надо убить. И говорит, я не знаю как, но это была милость Божия, что он говорит, я ушел от этого. И они меня отпустили, и он нашел этого пастора Карлос. И с этим с пастором он разговаривал и беседовал, и он пришел к Богу. После пару месяцев, как он жил в этой церкви, он покаялся, сейчас там несет служение. Ему сейчас Бог дал такую работу, что ему на стройку каким-то начальником поставили, который он никогда на стройке никогда ничего не делал. И вот мы, когда ездим, тогда мы разговариваем с такими людьми, с беседами там с этими людьми, и несем таким людям эту весть. Им это очень там нужно. Мы когда ездили по этим детским домам, у каждого человека разные истории. Мы здесь очень комфортабельно живем, но у нас каждого человека есть возможность поехать и послужить Богу в разных церквей. А если можно, включите видео, пожалуйста. Это наше вот барыну, то, что мы делали. Darkness tremble, Jesus, Jesus.
silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Your name is the light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Lost in Christ, lost in the years to be, in the shamaya, in the shamaya. Hello everyone, God bless you. We just want to say thank you to the church for the missionary trip. It was really an amazing time with a lot of kids every day in the camps. Pastor from the place that we went is so appreciated. He's happy. And ourselves, my wife and my family, are so happy to work with you guys every time you guys come. So thank you for loving Mexico and keep coming to do missionary trips. God bless you, and we'll see you soon. Slava Bogu! Вот это наша вся полная группа, все, кто вот ездили. И в феврале мы намечаем ехать обратно на строительство к другой церкви, там помогать им в строительстве, и на следующий год также ехать, делать еще лагеря. То есть, если кто хочет с нами поехать, кто хочет послужить, пожалуйста, езжайте с нами, молитесь за нашу миссию, то, что мы делаем. Мы работаем с детьми, и когда дети приносят... То есть, когда дети приходят, они приходят с родителями. Их не родители сидят там, им бывает, что им нечего делать. So, мы их рассказываем в Библии тоже и делаем собрание им. У нас было о жизни Иисуса, как Он родился, что Он делал, как Он умер за наши грехи, как Его распяли. И вот на воскресенье у нас была проповедь, что кто он такой есть, и вот за эти 3-4 дня, которые мы там были, мы им это все объясняли. И призыв был покаянию, и покаялось 13 людей в этой церкви. Это новые люди, которые в городе там были и никогда не слышали о Боге. So, молитесь о этом служении. Аминь. Подождите, Дима, не уходите. Братья и сестры, это наша молодежь, которая едет, которая оставляет свои работы, свои какие-то дела, посвящает себя для этого. И нам радостно, мы рады видеть, что наша молодежь это делает. И мы сейчас помолимся об этом, о том служении, которое они совершают и еще будут совершать. Я попрошу Виктор Олимпович, совершите, пожалуйста, молитву, благословите их на дальнейшее. Господь наш и Бог наш, Отец Небесный, склоняемся пред Тобой, и мы благодарны за милость Твою, которую Ты являешь для нас, для нашего и церкви, для народа Твоего, для молодежи, за эту еще возможность, свободу, что они могут поехать и благовествовать там этим людям о Тебе, Спасителе. Благодарны, что Ты побуждаешь сердца их и желания совершать этот труд и служение во славу Твою. Господи, благодарим все это у Тебя.
исходит, и мы дальше просим Тебя, Господи, благослови, Господь, и нашу молодежь, и больше, чтобы присоединилось, Господи, к проповеди Евангелия, возвещать эту благую весть. Господи, благослови тех людей, где проповедуется Слово Твое, кому проповедовали, возвещали Тебе, чтобы они утвердились в Тебе и служили Тебе. Господи, услышь нашу молитву. Да будет имя Твое благословено, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Величаю Тебе, Боже, величаю, Аллилуйя, я Спасителю співаю, честь і славу Тобі, Отче, віддаю. Величаю Тебе, Боже, величаю, Аллилуйя, я Спасителю співаю, честь і славу Тобі, Отче, віддаю, бо всім серцем свого Господа люблю, честь і славу Тобі, Отче, віддаю.
Церковь Христова, рад быть с вами сегодня, рад приветствовать словами Иисуса Христа. Мир вам всем! Я посмотрел по вашей программе, и я сделал такой вывод, что у вас сегодня в Церкви Спасения день открытых дверей для украинцев. Первый проповедник с Украины, и брат Иван Мулик поет стихотворение, рассказывает себя, кухарь, свидетельствует, поет во славу Господа. Ну и я тоже с Украины, Днепропетровская область, несу служение в этой области по милости Божьей. И благодарю Господа за то, что сегодня могу с вами разделить это короткое участие в проповеди Евангелия, буквально говорить о себе я не люблю, потому что люблю больше говорить о Христе. Люблю говорить о делах Божьих, люблю говорить о том, что делает Бог, несмотря на нелегкую жизнь у нас в связи с Востоком Украины. Бог открыл для нас уникальные возможности служить переселенцам, потому что как-то так сложилось, начиная с 2014 года по настоящее время люди продолжают спасать свою жизнь
оказываются в ближайшей области, а ближайшая область – это Днепропетровская. Они приезжают к нам, и мы стараемся заботиться о них всем, чем можем. Обувь, одежда, пропитание. Где-то помогаем через церковные службы наши устраивать их на работу, где-то искать им жилье. И мы благодарны Богу за то, что через эти служения люди приходят к Богу. Каждый год десятки людей присоединяются к Церкви Христовой через святое водное крещение. Мы благодарны Богу за вашу церковь. Ваша церковь принимает немалое участие. Вы не только в Мексике трудитесь, трудитесь на Украине, в России. И мы благодарны Богу через ваше служение. Поэтому моя, может быть, сегодня не столько проповедь, хотел бы поблагодарить вас за ваше участие в деле Божьем. И мы благодарны Богу, что мы чувствуем вашу молитвенную поддержку и всякую поддержку с вашей стороны. Мы нуждаемся в этом и благодарим Богу за то, что вы есть, и не только вы, другие церкви, которые здесь находятся, поддерживают различные такие служения. Ну и хотел бы, благодаря вас, поделиться двумя стихами, которые записаны на страницах Священного Писания. Это Псалом 39, 10 и 11 стихи. «Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял уста моим. Ты, Господи, знаешь. Правда Твоя не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое. Не утаивал милости Твоей, истины Твоей пред собранием великим». Вот так говорит Давид. Это Псалом Давида, 39-й Псалом. Он говорит о пяти истинах, которые он никогда не упускал, о которых он говорил. Я думаю, что эти пять истин, они очень важны для нас, чтобы мы взяли для себя это на вооружение. И вот смотрите, что говорит Давид. Он говорит: «Я возвещал правду Твою». И начинается 11 стих, он говорит: «Правды Твоей не скрывал я». О чем речь идет? Ну, когда мы читаем книгу Второзаконие, 16 глава, 20 стихом, Бог говорит через Моисея: «Правды, правды ищи, дабы ты был жив». И вы знаете, мне нравится, когда я изучаю Ветхий Завет, насколько Ветхий Завет тесно связан с Новым Заветом. Мы находим через Ветхий Завет ответы в Новом Завете. Я задал себе вопрос: подожди, а при чем здесь, если я правду найду? И что будет это для меня жизнь? А с другой стороны, когда начинаешь изучать эту мысль, то мы видим действительно, что речь, когда идет о правде, и почему это важно? Потому что в Евангелии от Матфея, 24 главе, 44 стихом, Христос, когда открывал ум к разумению Писания учеников, Он говорит: вот то, что написано о Мне в законе Моисеем, в псалмах и в пророках. На три, которые опирался Христос. Три истины. Пророки, закон Моисею и псалмы. И вот смотрите, касательно правды, что написано в послании апостола Павла к римлянам, в чем заключается правда. Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, я читаю эти очень важные стихи, которые мы должны знать. С 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки». Слышите? Правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. «Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». И дальше он продолжает, апостол Павел, эту мысль, и дальше 25 стих, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующим в Иисуса Христа. Оказывается, правда Божия заключается в прощении грехов. Кого? Всякого верующего в Иисуса Христа. И
Давид говорит, я не скрывал правды твоей. Я думаю, как это важно, чтобы мы с вами не скрывали правду Божью, чтобы мы говорили об Иисусе Христе, что для каждого человека, кто верует в Иисуса Христа, правда Божия есть. Правда Божия заключается в прощении грехов. Вторая мысль, которую здесь Давид говорит, он говорит, я не только правды твоей не скрывал и говорил о ней. Он говорит, я возвещал верность твою. Вы знаете, о верности Божьей очень много говорится на страницах Священного Писания. Плач Иеремии написано, 3 глава, 23 стихом, что велика верность Господа, верность Божья к людям. И Бог слышит молитвы наши по своей верности, потому что Он верен. И когда мы читаем послание апостола Павла к Тимофею, я бы хотел обратить внимание на эти слова. И речь идет о верности Иисуса Христа. И мне очень нравится вторая глава, читая с 11 стиха. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим с ним, и царствовать будем, то царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Вы знаете, по логике изложения кажется, что должно быть продолжение аналогично предыдущим стихам. А предыдущие стихи говорят, если мы отречемся, и он отречется от нас. И дальше по логике изложения должно было быть так написано. Если мы не верны, то и он проявит неверность. Обратили внимание? Если мы не верны, то он пребывает верен, потому что себя отречься не может. Поэтому, братья и сестры, это очень важная истина. И как важно, чтобы мы с вами учились у Иисуса Христа верности, быть верным Ему в поведении нашем, быть верным в служении, быть верным в семье, быть верной жене. Муж верен жене, жена верна мужу, дети родителям, родители детям. Как этой верности не хватает? И Христос показывает нам на личном примере. Смотрите, я верен, независимо, как бы вы себя ни повели, а я верен. Вот благодаря тому Бог всегда дает шанс человеку возвратиться к Нему, когда человек падает в грех, потому что он верен. И он ждет каждого человека, чтобы человек возвратился к нему. Это очень важная истина, поэтому пусть Бог поможет нам. Давид говорит дальше, я возвещал не только верность твою, я возвещал спасение твое. И когда мы говорим о спасении Божьем, много стихов Библии подтверждают истину. 26-й Псалом, 1 стих написано, «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Господь свет мой и спасение мое». Действительно, от Господа спасение. Вы знаете хорошо стих из Библии, когда Симеон взял на руки младенца Иисуса Христа, сказал такие слова, «Ныне отпускаешь, владыко, раба твоего, по слову твоему с миром». А почему? Потому что видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов. Поэтому действительно, Христос явил нам спасение. Разве об этом можно молчать? Нельзя молчать. Бог нас к этому призвал. Но Давид продолжает. Он говорит, я не только говорил о твоей верности, о твоей правде, о твоем спасении. Я не утаил милости твоей. Как важно, чтобы говорить о милости Божией. Давид говорит, я по множеству милостей твоей войду в дом Божий, в дом твой. Братья и сестры, каждый раз, когда мы переступаем порог дома молитвы, мы должны понимать и говорить вместе с Давидом, а я, Господи, по множеству милости твоей в доме твоем. Сегодня мы благополучно доехали, мы находимся в доме Божьем. Это милость Божья. По милости Божьей Давид говорит,
Он слышит наши молитвы. По милости Божьей мы спасаемся. По милости Божьей мы живем на этой земле. Милость Божья. Вот почему Давид в 22-м псалме и говорит 6-м стихом такие слова. «Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». И заканчивает пятую истину Давид такими словами. «Я истину твою не скрывал, возвещал в собрании великом». Библия говорит нам, что все пути Господни – милость и истина. Истина Его в рот и рот. Дело рук Его написано – красота, истина. Священное Писание об этом говорит. Евангелие от Иоанна в 17 главе Христос молится: «Помните о своих учениках и о тех, кто уверует в Него». Он говорит: «Освяти их истиной Твоею». Слово Твое есть истина. Действительно, Божье Слово есть истина. Истина является Христос. Вы знаете эти слова Евангелия от Иоанна в 14 главе. Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И истина тоже заключается для всех людей в освобождении от зависимости греха. Когда Евангелие от Иоанна в 8 главе написано: «Уверовали в него люди, и Он сказал к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то познаете истину, и истина сделает вас свободными». Только истине, благодаря истине, человек может освободиться от рабства греха, и этой истиной является Иисус Христос. Поэтому хочется нам, братья и сестры, всем уверовавшим в Иисуса Христа, напомнить: Бог нас призывает. Давид хочет, можно сказать, чтобы мы вместе с Ним говорили об этих пяти важных истинах. Говорили о правде, говорили о верности Божьей, говорили о спасении, говорили о милости и говорили вместе с вами об истине, которой является Иисус Христос. Те, кто еще не уверовали в Христа, друзья мои, у вас есть возможность. Вы слышите, что истина, Иисус Христос приглашает к себе. Освобождение только в Иисуса Христа. Он освобождает человека от рабства греха. Пусть Бог поможет вам услышать эти слова и обратиться к Нему. А если вы обратитесь, то касательно правды Божьей, правда Божья заключается в прощении грехов всякого верующего в Него, в Иисуса Христа. Пусть нас всех Бог благословит. Пусть имя Его прославится. Имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Помолимся Богу. Благодарим Тебя, Отец Небесный, что Ты есть путь, истина и жизнь. Благодарим Тебя, что Ты есть правда. Благодарим Тебя, что Ты есть спасение. Ты верный. Благодарим Тебя, Господи, что Ты наша жизнь. И Ты призвал нас, и мы в чудный свой свет. Помоги мне и народу Твоему возвещать эти ценности, которые Ты призываешь нас, чтобы мы говорили. А те, кто еще не уверовали в Тебя, дай им, Господи, услышать Твой голос, чтобы они обратились к Тебе. Благослови поместную церковь, руководство церкви, пасторов благослови, диаконов, хористов и всех, кто совершает различные служения, миссионеров. Господи, расшири их пределы и благослови своим благословением Бог Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Thank you.
Господу, братья и сестры, за такое хорошее служение, которое мы могли иметь здесь, в доме молитвы. Хочется сказать словами из Псалма: «На фаворе побудем и снова пойдем за Господом мимо вражды». И вот мы с вами, даст Господь, завтра день, мы пойдем и будем что-то возвещать. Вот брат проповедовал в конце, и он говорил из этого псалма, Давид говорит: «Я возвещал правду Твою». Братья и сестры, так хотелось бы, чтобы вот мы пойдем в этот недельный путь, сколько Господь милости Своей даст нам, что мы будем возвещать с вами? Дай Господь, чтобы мы возвещали правду Божию на всех путях наших, во всех жизненных ситуациях, да поможет нам в этом Господь. Давайте мы, вставши, закончим собрание нашей молитвой. Господь и Бог, Отец наш Небесный, слава и хвала Тебе за любовь Твою, которую Ты являл к нам на протяжении всего этого дня, за все эти служения, которые мы могли иметь пред лицом Твоим, слава Тебе. Господи, слава Тебе за то, что и в этот вечерний час мы могли молиться Тебе, мы могли петь, восхвалять Святое Имя Твое, мы могли слышать эти свидетельства о служении, мы могли слышать Слово Твое, которое Ты говорил к сердцу каждому. Господи, дай нам способность и силу, и желание исполнить Слово Твое, которое Ты говорил нам сегодня в повседневном хождении нашем. Благослови каждого из нас, Господи, мы просим все это во имя Твое. Мы благодарны Тебе, наш Небесный Отец, за то, что Ты знаешь нужды наши, за то, что Ты любишь нас и за то, что Ты заботишься о нас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим приветствуйте, братья и сестры, друг друга.